Этот праздник по-другому называют Богоявлением, поэтому символично, что божественную литургию митрополит Челябинский Миасский Алексий совершил в Богоявленском монастыре. Сегодня мы отвечаем крещение Господне, Богоявление, вспоминаем события, когда впервые в Новом Завете открылась тайна Святой Троицы, когда Господь сходил креститься в водах иорданских от Иоанна. В этом же храме прошел и чин великого освящения воды. Испокон веков считается, что она обладает особой силой и способна исцелять многие недуги. Поэтому после праздничного богослужения каждый обязательно уносит с собой крещенскую воду. Раздавать ее будут в течение недели. Впрочем, священнослужители говорят, даже водопроводная вода после полуночи становится святой. Набранная в чистую посуду, она может храниться годами и сохранять свои свойства.